Детско-юношеская спортивная школа 35 «Юность» образована более 20 лет назад, в 1983 году. Специализация школы – художественная гимнастика, греко-римская борьба и кикбоксинг. Этой осенью на территории школы открылся современный оздоровительный комплекс. Теперь дети смогут заниматься любыми видами спорта в еще более комфортной обстановке. У нас вот построено, вы видели, новое здание буквально, то есть вот мы начинаем им овладевать, эксплуатировать по полной программе. Вот, начинаем проводить помимо учебно-тренировочных занятий спортивно-массовые мероприятия, соревнования городского, районного уровня. То есть и начинаем задействовать ФОК уже в работе с населением Юго-Западного округа. Но в данном случае у нас непосредственно ближайшее окружение – это управо Черемушки. Преподавательский состав школы состоит из 23 человек. Среди них заслуженные тренеры России, мастера спорта и мастера международного класса. Мы принимаем всех желающих абсолютно заниматься греко-римской борьбой, потому что это такой вид спорта, который, в общем-то, без ограничений физических, моральных и остальных всех способностей. Несмотря на столь юный возраст и свойственную ему неусидчивость, ребята ежедневно ходят на тренировки, где осваивают все новые элементы. Ведь они точно знают, что без упорной работы ничего не добиться. Сначала у нас идет игра, потом гимнастика, ну и в самом конце мы начинаем греко-римскую борьбу, обучение приемов. А пока мальчишки упражняются в ударах справа, воспитанницы школы постигают азы художественной гимнастики. Мы на соревнованиях выступаем на московском, ездим за город, в другую страну. Занимаем места иногда, первые, вторые, третьи. Тренера нам очень помогают подняться, в сложный момент помогают, когда что-то не получается. Ну, конечно, иногда ругаются, но это нам на пользу. В скором времени в ДЮСШ-35 «Юность» откроется отделение спортивного рок-н-ролла, что привлечет в школу еще больше воспитанников.